Продолжаем читать книгу «Мир животных» из серии «Хочу все знать». Хищные. Отряд хищных млекопитающих объединяет самые различные виды животных. От огромного льва до крошечной ласки. Но все эти разнообразные звери вооружены зубами и когтями для нападения на других животных, мясом которых они питаются. Все они плотоядные хищники, и чем лучше приспособлен их организм к мясной пище, тем лучше у них развиты так называемые плотоядные зубы, и тем меньше остается зубов позади плотоядных. Хищные быстро бегают по земле. Многие из них отлично лазают по деревьям. Некоторые виды приспосабливались к жизни в воде. И в связи с этим у них изменился общий облик. Вот такие они, хищные звери. А я с вами прощаюсь. До свидания.